Мы продолжаем серию сюжетов, в которых знакомим вас со специалистами клиники современных технологий города Хабаровска. Этот выпуск посвятим высококлассному специалисту, который помогает диагностировать и лечить такое серьезное заболевание, как аллергия. Итак, знакомьтесь, Ирина Крылова, врач-аллерголог-иммунолог высшей категории клиники современных технологий города Хабаровск. Ирина Евгеньевна помогает своим пациентам обрести новое качество жизни, избавиться от аллергии. Для того, чтобы выявить, что именно вызывает у взрослых и малышей высыпание, сезонные риниты, чихание и другие проблемы, в клинике современных технологий врач проводит скарификационные пробы, когда на кожу пациента наносят каплю раствора диагностического аллергена, делают микропрокол и оценивают реакцию организма. Это самый быстрый и надежный способ диагностики. У нас в клинике современных технологий, во всяком случае, эти аллергены очень давно используются. И вот я, как врач-аллерголог, я не представляю себе работы без такой правильной диагностики, чтобы не сказать пациенту, по крайней мере, попытаться объяснить ему эту причину. Вот, потому что тогда ему становится все ясно, он знает, как ему жить дальше. Следующий этап – лечение аллергии методом ОСИД, то есть приручение ее малыми дозами аллергенов. Этот метод существует в течение 100 лет. Метод называется аллерген-специфическая иммунотерапия. Применяются сейчас в последнее время очень хорошие французские аллергены. Эти аллергены специфичные, стандартизованные, безопасные, поэтому лечение очень удобное. Это либо сублингвальный подъязычный метод, либо подкожный метод. А подкожный, когда мы выходим на поддерживающую дозу, то раз в месяц пациент ходит на прием, это не так сложно, на инъекцию. Эффект пациенты начинают замечать уже в первые месяцы лечения. Таким образом, со временем удается добиться того, что организм начинает спокойно реагировать на вещества, ранее вызывавшие приступы аллергии. Причем, чем раньше будет поставлен диагноз, тем легче аллергия, как и другие заболевания, поддается лечению. Поэтому все специалисты клиники современных технологий используют в своей работе большой опыт, новейшие методы диагностики, самое современное оборудование, чтобы в максимально короткие сроки поставить диагноз пациенту и назначить адекватное лечение. Помните, профессионалы рядом. Главное – вовремя к ним обратиться.